Si vapraşı na teritoriya pastoyesi aytır грузинской милиции. И четвертое, наказать инспираторов кровопролития. Какими методами можно добиться этих целей? Мы добиваемся, мы и все, значит, неформальные организации Грузии добиваются этого мирными способами. Это митинг, демонстрация, петиция, забастовка и так далее. Я тоже успокаиваю, как могу. Но я призываю народ, чтобы оружие не брали в руки. Если они политически хотят что-то достигнуть, только вот такими мирными митингами, мирными выступлениями, забастовками и вот так. Иначе оружие для нашего народа это губительно.